Ну, я ролевые игры уважаю. Неинтересно вам? Хорошо, спасибо вам. Можно секундочку? Так, вы думаете, что с вашим столиком мы пообщались и все? Можно разговаривать вот так вот? О. Вот ты переел. Я хорошо отношусь к гомосексуалистам, даже к бородатым. Это что, намек, что ли, я не понял? Ты давай, это самое хватит. Нести всякую шелупень. Всем здравствуйте, меня зовут Джека, и сейчас я на мероприятии, которое буду проводить. Я очень давно ничего не проводил и очень, конечно же, волнуюсь, маненечко. Чувствую, что в поджилочках немножечко там, да хотя вру, на самом деле мне вообще спокойно. Я ведущий со стажем, который ничего не переживает и не боится. Несмотря на то, что я уже задержал мероприятие на 10 минут, все в порядке. Я не в рубашке, и я еще без трусов. Случайно так получилось. Все, зовем гостей. Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Евгений. Я буду нынче ведущим. Если что, обращайтесь к каким-то таким вопросам. Не знаю пока по каким, но я думаю, вопросы какие-то найдутся. Например, если колоночка громко будет играть, понимаете? Какой у нас тут болтливый стол, да, оказался? Ну, вы слышите, ведущий, микрофон, что-то говорит, а? Никакой просто совести, уважения. Дорогие друзья, ну что вы, кто здесь? Уже микрофон вовсю ведущий старается, работает, кайлом машет, а вы тут все разговариваете. Кайлом. Подождите, до вас еще очередь не дошла. Немножечко попозже я помашу перед вами тут своим кайлом. Итак, Митя, Оля, аплодисменты быстро давайте им сделаем. И у всех, надеюсь, налиты бокалы, чарки, что вы пьете, я не знаю. Кто что пьет, наливайте. А что у вас, день рождения или что такое? Что за вечеринка, брат? 40 дней. Хорошо. Я вижу, ты с юмором сегодня. Спасибо за юмор. Давайте поднимем бокалы за эту прекрасную семью, за эту чудесную пару. И солнце выглянуло сразу же. Кто здесь вообще? Очень серьезная информация прозвучит прямо сейчас. Ольга при первой встрече перепутала мужа с другим импозантным лысоватым мужчиной. Я думала, что мой... Можно секундочку? Так, вы думаете, что с вашим столиком мы пообщались и все? Можно разговаривать вот так вот, перебивать? Это была первая встреча, и вы не знали, как выглядит вот этот лысый, симпатичный. Что было дальше? Как в кино, увидела и влюбилась, все, думаю, муж мой. В другого мужика, правильно? В него. А другой мужик откуда взялся? Импозантный. Ну, я была знакома с его братом, и когда я их увидела, они были одинаково одеты, и не поняла, кто из них. Он, и муж меня позвал к себе, типа, иди сюда. А второй был просто брат его? Да. Все, теперь все понятно. Встань, пожалуйста, Илья. Так будет гораздо удобнее с тобой разговаривать. Внимание всем болтунам, которые нас не слышат. Вот посмотрите на них. Ты посмотри ты на них. А. Вам разве не интересно? Не интересно вам? Какая честная дама. Хорошо, когда про вас буду говорить, скажу специально, чтобы все болтали и не слушали ничего про вас. Хорошо, хорошо. Спасибо вам. Можно я рядышком присяду здесь вот? Итак, Марго увлекается гороскопами, все верно. Да. Шаманишь? Да, чуть-чуть. Я водолей. Что скажешь? Свободолюбивый знак зодиака, что могу сказать? Независимый и наверняка вы не женаты. Херово ты это самое по своим гороскопам. Женат я. Так, плохо увлекается гороскопами, не боится участвовать в алкогольных конкурсах. Наташа свидетельница. Где Наташа? Друзья, аплодисменты. Давайте подойдем к Наталье. 15 лет прошло, да? 15 лет. А где свидетель, который... Ах, вон он свидетель. Муж, да? Он стал мужем после свадьбы. Серьезно? Вот это да. Вы слыхали, да? Встань, пожалуйста. Сразу же намечается вопрос. Накосячил? Много раз. А сегодня-то что ты натворил? Я сегодня все натворил. Почему от тела так далеко? Там женская половина стала, это опыт. С опытом семейной жизни вы теперь сидите поодаль друг от друга. Ну, поболтать, чтобы было о чем. Ты с кем болтаешь-то? С Ильей. Я думал, сам с собой здесь бормочешь что-то. Так, ладно, Денис. Ну, все поняли, Денис был свидетелем на свадьбе. Итак, свидетель Денис. Знает толк в камнях.
О угольных камнях ты имеешь в виду, да? Я думал, ты думаешь об угольных, но нет. А ты думаешь о других камнях дома? Так как ты думаешь, о каких камнях я мог думать? Я думаю, ты мог думать о мягких камнях. Там есть и твердые камни. Окей. А что за камни? На самом деле, что за камни? Я геолог просто. Кто-кто? Геолог. Астролог? Геолог. А, геолог? Это что такое? Ну, есть карты натальные, а есть геологические. Вот я их. Ты по камням? Да. Хорошо. Что-нибудь будешь говорить в микрофон или нет? Говорить? Да, я буду говорить. Говори. Я говорю. Вы извините, но правда у всех одна, что называется. Собственно говоря, желать вам, в общем-то, и... В общем и целом, вы большие молодцы. Обнимашечки. Все радуемся, выпиваем и любим нашу юбилейную пару сегодня. Мы сейчас сделаем опять перерыв минут на 15, на 20. Кальян, не кальян. Отдыхаем. Ну, я ролевые игры уважаю. А ролевые игры — это какие игры? Ну, там образы примеряешь себе разные. То есть ты надеваешься в какую-нибудь черную женщину и... Ну, можно и старушку. Старушку-потаскушку, правильно я понимаю? Да, да, да. И что в этом образе ты вытворяешь? Ну, там, играю. В домино играешь или во что-то играешь? Ну, смотря кто что попросит с другими участниками мероприятия. Что обычно просят, когда ты вот наряжаешься в старую черную женщину? Загадки всякие просят разгадывать. И выпиваю, да. А, на любое слово знает песню. О. Так, кумыс. Ну, я по Казахстану не очень. Ладно, ерепень. Это старое что-то русское там. Я по народным не очень. Ежиха. Ну, реально душишь, нет таких песен про ежиху. А где Светлана? А? Светлана отошла. О. Юрец, это ты? Юр, встань, пожалуйста, так будет очень удобно. Ну так неудобно с тобой. Ты переел? Я напился, просто уже я боюсь. Чем ты напился? Можно так поближе? Я пью, я просто пью. Пьешь воду? Я... Нет. Пьешь вот это, пьешь, да? Это, да. Вот ты так опился всем этим, что даже встать, что ли, не можешь? Так, я правильно? Я просто, да, я вот упутался, мне так хорошо и тепло. Именно из-за присутствия этого человека все испугались участвовать в караоке-баттле и отдали ему заочно безоговорочную победу. То есть ты караоке-человек? Есть такое дело. И вот время уже вот 8 часов, мы тут уже с утра здесь вот это вот все сидим, и ты ни одну песню не спел еще? Ну как так? Виноват. Какую песню петь будем? Радовать, рад, сосок. Хочу тебя сегодня радовать. Выдумать. Хочу тебя сегодня выдумать. Хочу тебя как песню выдумать. Весь мир тобою заслонять. Заслонять.